Я передаю привет своей бабушке и дедушке. Желаю им счастья, здоровья, чтобы долго жили. Всем привет. Я хочу передать привет всей своей компании Максу Игнатову, Полине Дворяшиной, Алине Якимовой, Оле Котлеровой, Никите Лыкову, Денису Синчугову, Денису Долбилину, Егору Миронову, Славе Волконскому и многим другим. Хочу пожелать успехов Татьяне Ване Пашуте, моему классному руководителю в школе. Школа 5-9 класс. Вы нас очень долго учили, мучились с нами, и в итоге мы учимся с вами последний год, и спасибо вам за все, за то, что вы нас подтягиваете постоянно, не бросайте трудную минуту, и я хочу пожелать всей школе номер 5 успехов в следующем году. Я хочу передать привет маме, папе, лучшей подруге Оле и поздравить всех с Пасхой. Всем бабушкам и дедушкам я хотела бы передать привет и поздравить их с 9 мая. Это для тех, кто участвовал на войне или был детьми войны. Хочу пожелать им, чтобы они были счастливы, у них было много здоровья и они прожили побольше. Дорогие зрители телеканала 16, я желаю вам прекрасной весны, чтобы вы нашли свое место в жизни, по-настоящему классное дело, которое будет вас вдохновлять каждый день, каждую ночь и всю вашу жизнь. Я хочу поздравить всех ветеранов Великой Отечественной войны за их труд, за их стойкость, за их доблесть во время войны, пожелать их долгих лет, здоровья, счастье, чтобы близкие их не забывали и были рядом всегда. И оказывали поддержку. Привет все бабушки и дедушки. Я передаю вам привет. И желаю, чтобы вы были здоровы. Добрый день. Хочу сказать всем привет. Поздравляем всех с теплой погодой. Желаем счастья, здоровья. Самое главное, профессиональных побед и душевного спокойствия. С весной вас, друзья. Пока.